Ученица Этери Тутберидзе ходит на тренировки с переломом. Все мы слышали страшные истории пугалки об Этери Тутберидзе и катке «Хрустальный» в целом. О том, как там якобы издеваются над детьми и морят голодом несчастных девочек. К счастью, истории о жестокостях этого тренера остаются бездоказательными и раздутыми. А вот история о силе духа ее подопечных – чистая правда. Так ученица, занимающаяся в младшей группе в Этери Тутберидзе, Вероника Жилина рассказала о том, как тренируется с травмой. Перелом – не помеха тренировкам. На своей официальной страничке в Инстаграм юная спортсменка поделилась неприятной историей о том, как получила травму. Оказывается, Вероника сломала палец на ноге, ударившись ею о край дивана. Так обычно и бывает, катаешься, и ничего. А потом раз, и практически на ровном месте травма. Тем не менее, Вероника решила, что перелом – не повод пропускать тренировки. Позже фигуристка выложила у себя в Инстаграм видео, где она выполняет упражнения со скакалкой в тренажерном зале. Скорее всего, Вероника приходит только на занятия по общей физической подготовке, кататься на льду со сломанным мизинцем максимально рискованно.